забыл для себя и для всех, может, кому-то нужно еще заметочку сделать. 5 июня, секундочку, чуть-чуть ниже. YouTube добавил, в общем, когда это у нас было, в субботу, в общем, считайте, неделю назад, в общем, YouTube добавил новый комплект бесплатной музыки. До 5 июня оставалось, в общем, за год где-то было около 150 песен бесплатном. Сейчас именно вот бесплатные ячейки. Секундочку. Подвисает немного. В общем, было около 200 начали песен бесплатных. Ну, имеется в виду, как за то, что авторское право не прилетит, в общем, можете пользоваться. Ну, пока кто-то, блин, не заявил, и кто-то, потому что у каждой песни, любой композиции есть свой автор и владелец. Поэтому добавляю музыку в клипы свои. Так, секунду, сначала все. Я затуплю. Не на тот самое нажал. Не на то видео. Давайте вот это поменяем. Хотя бы попытаться. В общем, буквально полгода висела. Добавляем композицию. Допустим, нет у меня композиции. О, есть озвучка, оригинальная озвучка. Хочется мне песен добавить. Ну, или композицию. А тут же я уже выставил автоматически бесплатная музыка. Потому что если влезть в фонотеку, там, в общем, сейчас покажу куча музыки. Ну, по-моему, 500-700 песен. Можно все, конечно, скачивать или добавлять, но потом, блин, прилетает авторская. В общем, о, что мы видим? Вот исполнитель такой-то, все. И правообладатель, если нажать на него, в общем, можно узнать, кто правообладатель. Где оно там, кто тут, оно где-то записано. А, ну, ссылка на канал, вам не видно, в общем, вот. Вот эта девочка, и, в общем, в итоге, что-то написано, блин. Как бы, может, не написано насчет права, блин, уже для ей. Из Колумбии девочка, ну, в общем, у любой музыки, еще раз повторюсь, у любой музыки есть правообладатель, и автор, тем более. Вот. Поэтому, если даже она, Эмилия, это выставила свою музыку на YouTube, бесплатный отдел, хотя она сейчас вот не бесплатно находится, а помещена, это не знаю, помещена, их моя пусто, нечего помещать. В общем, слазим бесплатно, и, в общем, буквально неделю назад было здесь у нас композиции. Сейчас, секундочку, отлежу. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот, 11. Сейчас всего 11. Кстати, было, по-моему, 12. В общем, одну уже сняли. Это если с фанатики заходить. А если зайти из контента, напоминаю, да, в общем, сейчас 11. Вот, ну, как бы показывается. До этого, до 6 июня, или даже, ну, 85 на 6, они обновили полностью базу музыки и добавили сюда еще, по-моему, что 50 композиций. Ну, можем вместе посчитать. Или как посчитать? В общем, вот это точно бесплатное. Ну, или как, условно бесплатное. Потому что спустя полгода или там месяц, блин, YouTube что-то ему это, в общем, и права свои. Вот видите, исполнитель-то весь один. Вот. Из 11 композиций, это, по сути, считайте, полный альбом. Вот. И добавляя в песню, или точнее, в клип, в любой из своих клипов песню, вы тем самым, блин, соглашаетесь, что, в общем, эта песня идет к вам. В общем, если чуть что, он за это права на вашу композицию, точнее, на вашем видео все. Получается, монету или снимут, или вам придется или новую песню заливать, менять. Или так, сейчас покажу, как. Если кто не знает, там, по-моему, все знают. Вот, нажимаем сюда на плюсик. Вот здесь, допустим, у меня музыки нет. Вот, ты нажимаем бесплатная музыка. Запомнили, да, там было 11 композиций бесплатной музыки. Вот, тут, ну, считай туго. Сейчас я не знаю, как посчитать, как вернуть дальше. Но, в общем, получается, вот, сколько мы видим? 7 сейчас, тут, потом ниже. В общем, я так мельком посчитал, где-то около от 70 до 80. Добавили, в общем, 50-60 композиций новых. Но, скажем, вот это не было. Вот, буквально неделю назад. Сейчас он пойдет, покажу. Тинь. Не хочет, но тупит. Пошел звук.
Это не было. Они уже даже это поменяли местами. Это тоже не было. Дэнс диско. Климакс, по-моему, была, да. Уже Эфу была, войс была, Стэйвэйс была, пиано, в общем, Бетховен не было. В общем, штук 50-60 добавили. Все. Пользуйтесь, но тоже думайте, если самое, добавляйте свою музыку. Соответственно, сейчас я думал добавить кнопочку. Нажимаем, сохраняем. О. Помните о том, что спустя некоторое время автор объявится в этой композиции. Точнее, он захочет денежек. Вам придется или удалять эту композицию вот так. Тынь, нажимаем кнопку Delete, удаляется. И менять на новую. Вот, опять отсюда же, или искать где-то еще. Якобы без авторского права. А таких композиций, извините, вообще не существует. Но если вы сами, конечно, не написали, в общем, вот какой-то микс или какой-то кум-кум-кум.